обработали место ремонта. Это в итоге у нас стеклопластик разрушен весь слой. И вылезли мы на пену. Пена — это хорошо. В принципе, она защищает от попадания влаги в корпус. И, в общем-то, облегчает работу. Вот, все целиком смысла не вижу потрошить, так как довольно-таки хороший слой уже остался для того, чтобы наращивать. Вот. А здесь как раз будет дополнительный зацеп стекловолокна. Здесь смоловый. Если мы посмотрим сверху, то в принципе угол сам по себе он довольно-таки большой будет. Где-то наращивать нам придется. Проверим. Наращивать нам придется где-то вот сантиметра полтора пластика. Так, в принципе, сейчас будем потихоньку это все дело делать. По смоле